целях снижения количества ДТП с участием пешеходов в период с 18 по 24 января на дорогах Одинцовского городского округа проводится профилактический рейд «Пешеход». В центре внимания госавтоинспекторов соблюдение правил пересечения проезжей части и предотвращение ДТП с участием пешеходов. Сотрудники ГИБДД констатируют, эта категория участников дорожного движения остается наименее дисциплинированной. Дорожные полицейские призывают быть внимательными и носить на одежде световозвращающие элементы в темное время суток.